В январе-сентябре нынешнего года наблюдается рост объема транзитных грузов по трассе через Азербайджан почти на 2%. Данные приводит правительство страны. Сообщается, что в отчетный период доходы от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов составили 146,5 миллионов манатов. В то же время прибыль Азербайджана от перевозки пассажиров по евроазиатскому транспортному коридору сократилась на 60%, составив 43,5 миллиона манатов. Связано это с применением карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Также сообщается, что за отчетный период по Трассека через Азербайджан было перевезено почти 30 миллионов тонн грузов, что на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.